Пляйс, Атуру, Тарик Джонс, они все выше и мощнее. Там есть стойкое ощущение, что уставших присадил на скамейку человек из Куаль. Выпустил тех, кто готов играть, сражен. Хантеру вопросов, наверное, было чуть меньше, чем к остальным. С другой стороны, опять же, можно было это пенять на то, что ты чересчур много. Прихрамов по-прежнему передвигается. Но тут удалось подобрать ту ногу, с которой толкаться было не больно. Дальний бросок. Еще одно попадание. Да это из-под кольца. Что ж такое-то с ним? 34-23. Хорошая передача, отличная подстраховка от Жбанова. Заслуга тренера. Тренер должен научить, расставить, вдохновить. И все это Ростиславу Вергуну блестяще удалось. Подстраховал Уитакер. Немножечко затормозил экспозиционное нападение Уралмаша без угроз кольцу. Уитакер создает эту угрозу. Во второй половине бегущей команды в быстрое нападение. Хороший перевод на дальнюю сторону. Уитакер. В половине бы атаковали, не задумываясь. Здесь 24 секунды. Получили указание. И какая же дисциплина у всего Уралмаша. Мяч-то екатеринбуржцы сохраняют. Но атака нужна. А атака будет уже такая. Вот. Вот такая атака. И Уитакер.